Привет, YouTube! Привет, все наши подписчики! Ребят, мы сегодня улетаем в славный город Крым. И вот ребята уже здесь подъехали. Вот мы находимся в аэропорту. Стас их всех привез. Привет, да, Стасюля! Привет! Как твои дела? Отлично! Ну что, там вылезают парни-то? Да, вот собираются. Собираются? Собираются потихонечку. Я понял. Ты как? Может, с нами все-таки? Блин, ну а как я сейчас? Надо же билет как-то покупать. Очень хочется поехать, но не знаю. Блин. Не, а что, может, приколимся в натуре? Поехали, Стас, с нами-то. Ну что ты, блин? Катнем там. Погнали, Стасон, в натуре, а что? Не, ну а как я сейчас поеду, блин? Это ну, самое, машину здесь куда-то надо деть. Стоянку сейчас скинемся, там по чуть-чуть денежек. Вдруг билетов не будет. Да сейчас купим тебе билеты. Я большой, в багаж не влезу. Багаж влезет, как за два чемодана. А сколько стоянка стоит? Дорого же? 800 в сутки. Домодедово. 800. Я вижу сомнения в твоих глазах, Стасюль. Погнали, друган, хорош в натуре, что ты? Решим, там транспорт у нас до хрена, сам знаешь. Купим тебе там новый квадроцикл, да и все, что ты будешь гонять. Да не, у нас есть место куда, с квадроциклом решим, если что. Поехали. Ну что, давайте. Что, давай на стоянку, да. Да ладно, не гони. Сейчас не, вещи наверняка, у тебя какие-нибудь машины наверняка есть. Не, ну что-нибудь найдем, что там нам, кроме шорта особо ничего не надо. Ну да. Нищему собраться, только чтобы поесть. Все, ну это будет прикол, конечно, если ты поедешь. Ну сейчас на стоянку поставим тогда тачку, я с вами. Главное, чтобы билет сейчас взяли. Все, возьмем. Ха, давай, Стасюль. Ну как-то вот так вот у нас все, видите, быстро получилось. Не знаю, поедет, не поедет. Пойдем сейчас разбираться с билетами. А там остальные нас уже ждут. Вот парни, видите, вытаскиваются. Все, все приехали. Все, сейчас будет все нормально. Ну, началось у нас движение уже. Ребята потихонечку распиваются колой. Без виски. Поэтому... Без хот-дога. Без, да, едят хот-доги. И как всегда, что там надо сказать? Как там? Ура, ура, ура? Да, нет. По-тихому, блядь. Витя? Да, всем привет. Вы даже не поверите, с нами все-таки поехал Стас, блядь. Перепустил тебя. Он что, сам об этом не знает, но походу да, он поехал с нами. На чем машины стоят, сказали, в целости сохранность 800 рублей в сутки. То есть, хорошо. Понятно. Ты карточку-то хоть взял? Да. На карточке есть деньги? Ну, они могут поступать с ваших карт на мою. Вот видите, у нас просто все спонтанно так получилось, и Стас поехал с нами. Так что мы молодцы, мы начинаем. Парни, вы не поверите, мы собрались и едем. Специальное видео для Инстаграм. Я сейчас его размещу в Инстаграм. Мы находимся в аэропорту, чтобы всем было понятно. Ты можешь ему набрать, сказать, что он... И летим мы, Сань, куда мы летим? В Анапу. Нет, подожди, правильно, в Крым. А Крым чей? Хочешь моего набирать? Наш, правильно. И с нами летит Стасон. Во сколько мы будем? 12, да, чтобы к двум он был где-то там. Поставил машину на стоянку. В час мы будем. Жене еще пока не звонил, не говорил, что улетаю, думаю, позвоню и сегодня вечером скажу. Он сказал, мы на той стоянке, где Лоу в прошлом году, только я не помню, где Лоу был. Вот такие крутые кадры у нас уже получаются. Вот он наш самолет, мы все собираемся, так что сейчас поедем. Парни, ну что, мы сейчас будем уже взлетать. Вот видео из телефона. Самолета, точнее, Александр, Маша, Растеряша. У нас вот есть тут еще парни, видите. А все остальные пошли туда. Вот он самолет. Мы уже в самолете. У нас вот такие вот места. Вот наш как раз Андрюха. Это как называется? Серый кардинал. Он нам выбил специальные места. Вот мы вот так сидим. Не всем, правда, повезло. Ну, а мы взлетаем. Буквально через сколько там лететь? 2 часа, да? Через 2 часа мы будем в Анапе. И, соответственно, уже начнем оттуда полное такое видео снимать. Сегодня будем разгружаться. Завтра уже у нас паром. Так что будет очень замечательное путешествие. Жень, давай, Жень. Оп! 265! 265 отрыв. Оторвались. Фа! 300. Подлетаем. Плюс 28. А вот как раз, чтобы было все понятно. А вот это уже море. А какое это море? Черное? Черное море. Вот здесь оно и начинается. Даже видно. Ну вот на Такаса, где мы в том году, на Викторовское день рождения, двое суток прожили, вот этот лиман, который напротив, а вот эта коса 200 метров шириной, 200 метров шириной, Андрюхе, конечно, не снимает фон, нифига не видно, 200 метров шириной она, и когда шторм идет сильный, вот
вот эту косу, перепрыгивает волны, у нее длина там, если не ошибаюсь, что-то 7 километров, а ширина метров 150-200. Вот эта коса. Ребят, каких-то 2 часа, и мы уже на месте. Час 45, да, по-моему? Час 40. И вот уже садимся. Касание. Парни, ну что, мы прилетели, вот встречает нас, как зовут? Серега. Серега нас встречает, Андрюха заказал большое такси, мы все поместились, у нас, правда, на одного человека больше получилось, это только пока, сейчас остальные еще подтягиваются. Знаете, почему получилось на одного больше? А все элементарно, потому что с нами полетел вон тот вот молодой человек в зеленой бейсболке. Стас! Мы представляете? Мы его завербовали. Вот человек просто поехал ребят отвозить, бросил всю машину, бросил все и поехал с нами. Ну, знаете, насколько у нас дружный коллектив, что он даже не смог бросить своих сотоварищей, чтобы... С нами весело кататься. Так что сейчас повезет, будет с нами на троллейбусе ездить. Ну, замучить, что-нибудь придумаем. Так что мы начинаем, мы прилетели. Мы сейчас время обсуждаем, насколько у нас прикольный дружный коллектив, что вот мы уже, да, там, как бы каждый год, получается, куда-то выезжаем. Вот ребята уже вспоминают, что здесь в этом месте было, что было в этом месте. А, поэтому собирайтесь, садитесь на квадроциклы и в путь, раскручивайте квадропланету, и будут вот такие у всех видосы, и вообще прям все будет супер. Да, парни? Однозначно. А мы вам будем показывать, как это можно все делать. Так что не стесняйтесь, смотрите нас, подписывайтесь, а мы продолжаем. Да? Конечно. Парни, ну у нас как всегда началось. Мы сейчас приехали, а оказывается в отеле нету номеров. В том, который мы бронировали. Это вот тот отель, в котором мы были в том году, если вы помните. И какая-то у нас есть легкая неразбериха. А вот, ты скидывал деньги, да? Сейчас нормально, сейчас все начнется. Все как обычно. У нас без приключений. Мы заселились. Отель у нас называется Аква какой-то. Аква-отель. Давайте покажу вам номер по обычаю. Да, то есть номер этот стоит, вот у нас Саша, он стоит 2000 рублей. Вот, да. Вот мой сожитель. У всех остальных... Кто чей сожитель. У всех остальных он стоит... Да, Саня, мы только что бросали, кстати, монетку. Кто будет спать на кровати, кто будет спать на диване. Ну, я проиграл, ему выпал орел, поэтому он спит сегодня на кровати. Придется зайти к нему вечером сегодня. Вот такой у нас туалет-душ. Вот этот номер стоит 2000 рублей. У ребят чуть-чуть побольше он стоит 2500. Сейчас я вам... Ребят, вот еще один номер, который как раз стоит 2500. Вот Александр уже... примастырился, ноги раздвинул, ждет вас всех в гости. А у вас как вы получилось, что вот ты кровать занял? Просто получилось. Просто сказал, то есть не кидали монетку. Потому что я монетку кидал Саньком. Я нормально не понял. Я так и понял, Сань, никто не сомневается. Просто ты у него все отобрал, и все, он теперь спит просто на матрасе. Не, я подушку выделю. Ну вот такие вот номера в отеле Аква. Мы вам показываем, как у нас все это происходит. Некоторые вот уже сегодня вообще сегодня никуда походу не идут. Ну, мы начинаем. Вечер только... Нет, день только начинается. У нас сейчас полтора... Парни, ну мы заселились, вот он отель у нас, Аква-отель у нас называется. А в том году мы жили вот, вот здесь, вот просто через дорогу. Вот мы заехали, Андрюха забронировал номера. Расскажи людям, чтобы было всем понятно, что через Booking это же опасно. Через Booking забронировали, взяли карту, но по приезду, как приехали, оказалось, что нет номеров. Вот как-то так. Так что будьте аккуратней. Да, так что с букингом разбирайтесь, а мы пойдем есть. Пойдем посмотрим, что нас будет кормить. Минуточки. Пришли в столовую. Помните, как вот в старые добрые времена? Опа. 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 Получается вообще 3 копейки. Сейчас мы вам все расскажем. Да, Сань? Да. Мы в том году здесь окисали прям, да? Очень тебе понравилось. Прям манила она тебя. Манила, снилась. Все по 150. Ну, говорит, что там дорого, что-то такое. Вот у Санька получилась вот такая штуковина. Ну-ка, назови сумму. 325 рублей.
325 рублей. А? Почему? Давай покажем. Ну давай. Две тефтели, овощи, салатик овощной, компот. У Вани две тефтели, овощи, два компота. 560 рублей все удовольствие. Ну не знаю, там дорого это или дешево. Вот у Андрюха говорит, что в Сочи ему было гораздо все дешевле. Что там, Андрюха? Да не, ну примерно одинаковые цены. Так, в Сочи еще первое. А у тебя что получилось? Тефтели, салат и салон. У нас начались, как бы, наш день, начался день. Помните, как у нас в Анапе там он также начинался? Не, мы не в Анапе, в Ейске мы там начинали. И сейчас опять Витя, опять то же самое. Помните, что мы сделали тогда в Ейске? Блин, не да, это нормально. История повторяется, а мы пока начинаем отдыхать сейчас. Сегодня, наверное, будем выгружать квадроциклы. Давайте посмотрим, как он стреляет. Вы поймете, что он просто стрелять он не умеет. Прицел сбитый, точно. Фига ты, из двух выстрелов только полторы банки. Понял, уже не считается. Нет, первые два не считаются, они пробные идут. Стас, ну поднюсь, ёпт, хоть ты расширился. Давай, посмотри. Лошара. Ну не упал, не упал. Лошара. С трассы и нашли прокат какой-то. Что вам рассказать конкретно? Вас что-нибудь? Мы просто, знаете, мы просто никогда в жизни не видели. Вот, когда хотели покататься везде, все там смотрим и хотели покататься. Вот, хотели узнать, что это такое. Не-не, почему? Не-не, мы на самом деле, мы просто издалека, поэтому из деревни. Хотели просто, вот, я всегда хотел прокатиться на такой штуке. А что он стоит? Вот в том году мы не смогли дойти до этого пляжа. Сейчас мы дошли. Вот так вот выглядит обычный пляж. А вот так выглядит море в Анапе. Обычный пляж с пенсионерами. Вот так вот выглядит море в Анапе, парни. Ну, опять же, будете путешествовать на квадроциклах, вы все увидите. Все, так что не стесняйтесь, садитесь на квадроциклы, на снегоходы и в путешествие. Главное, чтобы у вас компания была. А вот такая вот здесь. Такое море здесь. Вот видите? Я не знаю, что это такое, но это вот такое море. Искать. Жень, что это такое? Хер знает, что это такое, но что-то желания нету идти какие-то бодрости. Ну, всем было понятно. Никто из ребят купаться не пошел, потому что вода зеленого цвета. Ну, пляж вы сами видите какой. Ну, так что вот пока вот так проводим время, сейчас начнем, пойдем разгружаться чуть попозже. Потом всем было ясно и понятно, да, там. 15-го мы приезжаем, живем вот в этом отеле. У нас получается вот он на крыше, бассейн. Вот такой вот. 800 рублей человек, что ли, получается, да? И вот такой у нас здесь будет вид. Вот он вид. Так что мы будем здесь на крыше. А вон там как раз море. Так, ждем. Ну, давайте расскажу вам. Находимся мы в отеле «Рояль» на крыше. Вот здесь вот напротив нас есть аквапарк. Здесь вот также есть море. В принципе, из-за чего все сюда и едут. Вот тут вот детский городок для людей, для детей точнее. И, соответственно, вот такая улица, по которой здесь все ходят. А мы вот на крыше. Вон там вот бассейн на этой крыше. Ребята готовятся к завтрашнему дню. Завтра у нас разгрузка и, соответственно, путешествие уже в Крым. Да, в Крым. Парни, там по поводу, давайте так, по поводу Украины, там Крым ваш, наш. Мне глубоко все равно на политику. Мне вот эту херню, пожалуйста, если есть возможность, не пишите. Мы просто едем кататься на квадроциклах, парни. Вообще, политика и наш канал вообще вместе несовместимы. Все, закончили эту тематику, поржали, все, закончили. Поэтому прошу эти комментарии политические не писать. Нас это никаким боком не касается. Мы продолжаем отдыхать. Парень, ну вот и подходит наш первый день к своему логическому завершению. Вот все видите, здесь уже там все собрались. Кто-то играет у нас сегодня в теннис. Кто-то еще что-то делает. Поэтому, в принципе, логический день у нас сегодня подходит к концу. Мы, соответственно, заканчиваем все. И завтра уже точно с вами увидимся. Все будете смотреть. Завтра у нас начинается квадродвижение.
А мы еще разочек вам рассказываем. Разворачиваем, раскручиваем квадропланету. Показываем, как можно ездить. Рассказываем, как можно отдыхать в большой компании. Какие есть маршруты. Поехали. Ну, тут, у нас есть соседи, которые тоже... Нет, когда мы... А пока мы ставим турнир, мировой турнир по армрестлингу. Раз, два, три. Слания. Давай, Виктор. Витя, давай, Итак, чтобы всем было понятно, к нам присоединился уже Руслан. Можешь кость тебе сломать вообще. Присоединился Руслан, и он привез Стасу вещи, так что просто попросили, привез Стасу вещи. Вот видите, кто тут у нас играет в бадминтон, пинг-понг, а кто-то здесь вот борется на руках. Понимаешь, вот здесь же ты ничего не скажешь. Нет, здесь мы уже чисто бицухой боремся. Давай. Вот так. Кто-то вот здесь вот просто сидит, ест арбуз. Вот он арбуз. Так что вечер продолжается, но, думаю, да, вечер подходит к концу, соответственно, у ребят некоторые уже пошли спать, потому что завтра вставать рано на самом деле, а мы, соответственно, продолжаем, и завтра вы увидите уже наш ролик, как все мы это будем загружать, и все будет здорово. И говорят, что их не видно. Давай. Ну как вас не видно? Вас всех видно? До завтра, парни! До завтра!